Неизвестный злоумышленник прельстился гербом города. Из троллейбуса 7-го маршрута украли вязаное полотно с изображением девушки с прялкой. Герб изготавливали активистки движения «Обвяжем город» в качестве подарка областному центру. Нитки покупали на спонсорские средства, полотно мастерили больше полугода. Герб и чехлы на сиденье несколько месяцев украшали троллейбус, пока кто-то из горожан не нашел хендмейд-творению лучшее применение. Руководство депо о пропаже сообщило не сразу. Напомним, вязаные шедевры уже становились жертвами преступного интереса. В прошлом году за одну ночь с остановки на площади Пушкина было украдено несколько полотен из ниток. Тогда ярнбомберы обращались в полицию. В этот раз обещают вознаграждение тем, кто вернет герб. Этот герб хотели разместить в музее вязания, но, к сожалению, сейчас его нету. Собственно, кто-то забрал, видно, очень понравилось. Хотя я не представляю, какой должен быть в доме интерьер, чтобы его повесить и любоваться им.